Є одна вкрай цікава, ну принаймні для мене тема. Я думаю, що вона викликала великий резонанс і в суспільстві. Мова йде про проект закону про мобілізацію. Вчора стало відомо, що його відправили на доопрацювання раніше, коли Кабмін його вніс в парламент. Лідери, деякі лідери фракції відмовились голосувати. Хтось з народних депутатів зареєстрував свої законопроекти максимально популістські. Ну, тобто там демобілізація через 6 місяців, і, і так далі. і Тому подібне. Зараз вже 5 таких проектів закону. 5. відправили, тому що нібито там є якісь корупційні ризики, неузгодженості, не неунормованості і так далі. І тому подібне. І Я ось що хочу вас запитати, пане Михайле. А, мені одному здається, що навколо цього законопроекту про мобілізацію відбувається хайп, популізм, якісь свої інтереси. Чи це нормальний процес? Це нормально, коли йде до опрацювання різні думки, обговорення і так далі. Я думаю, и то, и другое есть, и то, и другое. То есть, безусловно, есть люди, которые занимаются хайпом, хотя я просто, ну, наверное, депутатов, я не особо сильно слежу за их деятельностью. То, что я видел, ну, так как у нас пока заседание Рады проходит в закрытом режиме, нет трансляции прямой, нет журналистов там в Верховной Раде, то оттуда долетают только отголоски, когда кого-то на каком-то канале увидишь. То, что я слышал от оппозиции, да вполне нормальные, в общем-то, вещи я слышал в том числе. То есть те, которые действительно требуют доработки. И что важно в этом законе, что такой закон, наверное, должен быть принят не просто большинством голосов. То есть не так, чтобы это была одна партия, которая проголосовала за этот закон. Тем более партия, которая сказала, что она это особо не будет обсуждать вслух, да, там был такой какой-то момент решения, у них принято. А нужно, чтобы это было многопартийное решение, вот как в Америке, да, двупартийное большинство нам нужно для такого важного закона, потому что чтобы никто не сказал, не, 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 это меня призвала вот эта партия, да, это не партия проводит призыв, это государство проводит призыв. Поэтому да, бывают ситуации, когда вроде бы по закону формально это может сделать одна партия, по закону формально она, безусловно, имеет на это право. А как бы для того, чтобы этот закон хорошо работал, нужно, чтобы у него было многопартийное большинство. Может, не обязательно все партии, но пусть будет и коалиция, и оппозиция. Вот это важно. Пример самый простой, конечно, вот из Израиля. Правда, там многие путают, многие думают, что сформировано правительство национального единства в связи с войной. Это не так, его не удалось сформировать. Да. Но, но кабинет безопасности там сформирован общий, то есть значит, три человека, то есть два человека от коалиции, один от оппозиции, и они утверждают все решения втроем. Это очень интересно, на самом деле, потому что, видите, я також был уверен, что там есть уряд, Національної єдності, і я знаю одну політичну силу, представники якої постійно розганяють цю всю історію, що Україні потрібен уряд національної єдності, бла, 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 і так далі. І тому подібне. Тепер я от з перших вуз точно розумію, що там в дійсності відбувається. Але дозвольте фінальне запитання з приводу теми мобілізації. Як ви думаєте, пане Михайле, комунікація з суспільством вона відбувається правильно? Правильно пояснюють люд, людям, що їх чекає, тому що з'являються якісь обмеження, якісь лякалки, фінансові обмеження. Що для ухилянтів. там ну, тобто, мені не подобається ось таке інформаційне тло. Можливо, я не правий, але от це мої внутрішні відчуття. Ну тут давайте. Первое. Наверное, точно, то, точно я уверен, что не надо скрывать от общества правду в данной ситуации. И мне кажется, что ну, если так уж пошло, если уже это вынесли в публичную плоскость, а это вынесли в публичную плоскость, то надо уже такой ситуации и обсуждение выносить в нее. Вы говорите, будет хайп? Ну давайте посмотрим на тех, кто похайпует, потому что экспертное сообщество и медиа тоже могут... Могут к, к хайпажерам отнестись позитивно, а могут ведь очень негативно. И наоборот, это окажется ущербом для тех, кто пытается поймать на этом хайп, потому что история трагична. Это же, понимаете, закон мобилизации это трагедия. Это вынужденная вот такая трагичная мера. Если кто-то попытается на ней себе заработать рейтинг, вот я не уверен, что получится. Ну, может и не получится, если правильно к этому отнестись. А дальше, поэтому скрывать, что там какие-то меры, ну, нельзя скрывать. Правильно ли коммуницируют? Но тут я могу, у меня только во всех этих коммуникациях, ну, во-первых, так как он появлялся, было странно, что как-то он был безотцовщенный такой закон, там, эти не хотят выдвигать, да это не мы, а нам вообще не надо, и поэтому, ну, давайте да. правительство пускай выдвинет, раз больше да. некому. Это да. было первое. Второе, что было странно, да. когда была такая новость, я не знаю, ну, по крайней мере, в медиа она проходила, что внутри фракции «Слуга народа» решили не комментировать этот закон, Прямо решили не комментировать этот закон до того, как его прокомментируют военные. Тоже было странно. Ну, в смысле, а почему? Ну, вы же фракция, которая собирается это голосовать, мы все понимаем. И я не говорю, что все обязаны, то есть, безусловно, не каждый депутат есть позиция фракции. Может быть, ее должен озвучивать один человек, специально выделенный для медиа. Но должна же быть позиция по такому главному вопросу-то. А это главный вопрос года, считайте, в законодательной плоскости. Поэтому тоже странно. Ну а правительство национального единства в Украине, если говорить, что такое правительство национального единства, то как раз, вот что сформировано в Израиле? Кабинет безопасности, да, общий такой кабинет безопасности с участием оппозиции. Но это же не управление там, тем, сколько финансов выделено на образование или там, на школьное питание. Да? Нет, не эти вопросы обсуждаются. Только вопросы безопасности. Но опять-таки есть традиция в Израиле, вот, вот, которая нам было бы, может быть, интересно рассмотреть. Это не традиция, а закон, что глава оппозиции, вообще есть такая должность глава оппозиции. И этот глава оппозиции имеет определенных много прав. Например, спецслужбы в Израиле отчитываются главе оппозиции о работе. То есть вот Массад. У него секретная деятельность, секретные операции. О том, какие операции проводит Моссад, полностью знают три человека. Глава Моссада, премьер-министр, как глава государства, и глава оппозиции. Просто ему точно так же докладывается. Всегда, а не во время войны, а вообще всегда. Потому что ну, оппозиция, все общество должно знать, что происходит, и контролировать спецслужбы. Ну, вот что-то в таком духе. Сейчас, по сути, сформировано то же самое. Глава оппозиции вошел в Кабинет безопасности. Это, Это реально тоже цикавая история. Пане Михайле, вчора позавчора, та сьогодні вранці є певні сигнали з Сполучених Штатів Америки щодо можливого розмороження допомоги для України. Ми знаємо про те, що заявляють зокрема представники американської влади та й опозиції, що нібито вдалося досягти компромісу. Є певний консенсус. Скажіть, будь ласка, питання України може бути вирішено до 20 січня. Я не знаю. <свят> ну, в том смысле, что <свят> это... Ну, я не знаю, в каком смысле. Я все время говорил и говорю, что оно будет решено, что оно будет решено достаточно быстро, но какого числа, но это надо разбираться в процедурных вопросах, которых я просто не знаю. Оно, безусловно, будет решено, скажем так... Нет, ну, срок мне трудно говорить, но это будет очень разумный срок, недалекий. И вот оно будет решено зимой. Давайте так, от зимы у нас осталось 50 дней, вот оно будет решено зимой. Этот вопрос будет решен зимой, я верю, по всему, потому что, во-первых, э, во для этого много делают россияне. Прям много своими ударами, вот этими бесконечными. Ну, не бесконечными, а вот три масс массированных удара произведено за время каникул у а, американских парламентариев. Это важно. Это важно, что пока американские парламентарии значит, уходили в отпуск, праздновать Рождество. По нам наносились удары, и среди погибших есть те, чья смерть на совести американских парламентариев в этом смысле, потому что если бы этот пакет был утвержден, нам бы за это время могли выделить какой-то пакет еще помощи, еще ПВО, да, могло у нас появиться, и, соответственно, те люди, которые погибли, вот вчера, в во вчерашней атаке пострадало 45 человек, до этого в атаке погибло больше 40 человек, кто-то мог бы и не погибнуть. И это американские парламентарии знают. Второе, что они знают, что они тем, что не утверждают этот пакет, они не остановят же войну. Да? Война же не остановится, Украина не капитулирует. Это понятно. Потому что Европа помогает, Германия взяла на себя много, сейчас обсуждает и так далее, сколько она выделит. Это означает, что они просто вот прям в буквальном смысле помогают российской армии. Помощники такие российской армии получились. Да, ну так вот вышло. Потому что война-то будет, только снарядов у нас будет меньше, а у тех больше. Вот, значит, им удастся там что-то захватить, например, или больше убить наших солдат. И это снова туда же. То есть, либо они должны принять решение, мы никогда не поможем Украине. Ну, мы не собираемся больше участвовать в этой войне. Вот, предположим, собирается Сенат Конгресс, говорит, а мы решили больше не помогать. Это было бы нормально. Ну, в смысле, это их право. Это американцы, и это их деньги, не наши. Но это было бы их политическое решение. А либо помогаем тогда сейчас, а поможем, но потом это... В общем, по сути, такая преступная нерешительность получается. вряд ли они способны долго в этой ситуации удерживаться. мало хто звернув увагу, але реально дуже цікавою виглядає заява Майка Джонсона, спікера Палати представників, який, ну, по перше, стоїть на своєму. Він каже, що ми пов'язуємо безпосередньо 60 плюс мільярдів допомоги Україні з і реформу, яку хочемо провести, але він ще сказав одну фразу, і він її частенько вже повторює. Він каже: нам потрібно дізнатися від адміністрації Байдена, яка кінцева ціль виділення цих грошей, що ви хочете зробити. Яка кінцева ціль? Ви хочете перемогти Росію, зупинити її, заморозити конфлікт. Що ви хочете з цим зробити? І вибачте, але я реально погоджуюсь, тому що я не чув від Байдена слів про те, що Росія має зазнати поразки, ми маємо її зупинити. Знекровые, еще то Ну, тобто, Майбут, якась цель. Чему чито администрация Байдена не артикулирует чуть-чуть силь? Чи, можливо, артикулирует, пояснить. Ох, да. Вы меня толкаете в такое пространство, в котором я не сильно тоже недостаточно силен. Ну, это все такое будет слишком малокомпетентный ответ. Почему они так решили? В чем, в чем состоит их политический интерес? Но ну, это надо смотреть. Вот знаете, если бы я сейчас работал на выборах в штабе любом американском, я бы вам на этот вопрос ответил достоверно. Потому что, чтобы ответить на него, надо иметь социологию на руках прямо. Безусловно, американские политики очень часто и очень много фраз выверенно говорят на основе, основываясь на социологии. И в этой социологии бывают очень большие тонкости. То есть ты вот до сюда можешь идти, а отсюда не можешь. Если ты скажешь, мы хотим свергнуть Путина, то это может тебе стоить там 5% на выборах скажешь, что мы там с Украиной там будем столько, сколько она воюет, типа это тебе не будет стоить. А с Верхним Путину будет, потому что, может, американцы воспримут это как ядерную войну. Вот тут наверняка работает именно этот принцип, что они не договаривают какие-то фразы. И если вы посмотрите такое, ну опять, такое вот во всех странах, где я работал, всегда бывают подобного рода моменты. Ну, приведу один совершенно такой банальный пример, но он как бы для нас просто скоро станет актуальным. Например, в Латвии, помню, были партии, ну, выборы там все время много, партии достаточно проходят в парламент, и был вопрос, еще не вступили тогда в Евросоюз. И вот выступить против вступления в Евросоюз невозможно, ну, просто невозможно, да, потому что как только ты говоришь «я против вступления в Евросоюз», если ты не «русская партия», ну, «русская» в кавычках, там были партии прямо этнических русских, да. Вот партии этнических русских были против вступления в НАТО и против вступления в Евросоюз. Если это партия не этнических русских, а партия латышей, то ты не можешь сказать, я против вступления в Евросоюз, потому что тебе скажут, а, так ты русский, да? Ну, даже как, если ты против Евросоюза, то точно русский. А что делать партии, которые как-то вот... И там начинались формулировочки, типа... Мы за вступление в Евросоюз, но на, на, на наших условиях. Ну, что такое на наших условиях? Да, как? А у Евросоюза есть законы, вот они такие. Ну, вот такого рода формулировки иногда пригождались. Потому что когда все за Евросоюз, а ты говоришь, на наших условиях. И дальше там начинается какое-то обсуждение. Я думаю, что мы где-то вот здесь. Ведь Байден много говорил разных-то слов: да, что мы с Украиной, мы будем, а, да, да, но действительно не доходит до этой точки. А для чего его республиканство толкают? Они же тоже знают эту же социологию. Они, они специально толкают к вот потере каких-то пунктов. Потому что там наверняка вот какая-то такое, что туда пойдешь, потеряешь 5 процентных пунктов. И сюда 5 процентных пунктов. Поэтому я думаю, что Байден занимает самую такую для себя позицию выигрышную в электорально. Не был бы сейчас год выборов, был бы это первый год его правления, может было бы и по-другому. дивно, потому что, когда я читаю новости, зазвучай. І соціологія про це свідчить, і так складається інформаційне тло, що Дональд Трамп це вже майже переможець на майбутніх виборах. Але в останній час я коли спілкуюсь з американськими спікерами гостями, вони чомусь упевнені в тому, що Трамп не переможе, суди не, там не дозволять, наприклад, приймати участь або дозволять, але за цифрами він не вийде, за рейтингом не вийде. Всі чомусь ставлять зараз на Нікіхелі. От я таку загальну тенденцію помітив. Як ви думаєте? Ну, я тоже ставлю на некий хейли, на самом деле, вот я лично. Но это такое, это скорее у меня, знаете, не политический, опять-таки, прогноз, потому что слишком надо быть глубоко и в социологических вопросах, да и вообще в общественных там. Э, снова не могу сказать, что я там, естественно, очень поверхностно, я что-то про это знаю. Но нужно сидеть хотя бы каждый день читать все газеты. То есть ты работаешь в такой ситуации, ты каждый день читаешь все газеты, целый день у тебя включен американский канал, да, э, и, и, естественно, ты видишь социологию. У меня этого ничего нет. Поэтому все это, это скорее мой такой гемблинг, да, в смысле ставка на неких хейли, это азартная игра, чем, ну, то есть я бы да. вот, пошел бы в букмекерскую контору на нее поставил, чем профессиональный анализ. Теперь переходим к анализу более-менее профессионального. Почему не, совершенно нет ни у кого и не должно быть уверенности в победе Дональда Трампа? Вот в ситуации восьми летней давности, когда Дональд Трамп выиграл выборы. Тут я могу зафиксировать, ну, у меня не, не помню, найдутся ли сейчас мои публичные на эту тему выступления, но тогда я сказал, что у Дональда Трампа, когда он только начал появляться на арене, есть только одно препятствие. Вот только одно тогда 8 лет назад. Если оно преодолеет, то он точно президент. И этим препятствием нужно было, чтобы выдвинула республиканская партия. Потому что он тогда обсуждал вопрос: он сам будет самовыдвиженец или от республиканцев, и сказал, если республиканская партия выдвинет, то он президент. А если он пойдет как самовыдвиженец, то у него нет шансов. Вот она его выдвинула, и он стал президентом. Сейчас у него три препятствия. Препятствие первое – это вот эти суды, потому что это может отменить его фактически участие. Это раз препятствие. Второе препятствие – это внутрипартийные выборы, потому что совершенно не очевидно, что он преодолеет это. Вот не очевидно. И третье – у него равный соперник, потому что если он проходит этапы 1 и 2 и выходит таких выбором то Джо Байден вообще совершенно не выглядит как лузер, мягко говоря, и никаких признаков того, что у Трампа победа над Байденом почему-то в кармане, вот вообще нет, вообще нет. Вот. Поэтому у него три препятствия, и, соответственно, на каждом из них он может выступить не самым удачным образом. Ну и у нас скоро, по-моему, начинаются, у них, по-моему, воевиш начинаются первые эти республиканские, да, буквально ну, как-то совсем скоро, уже не помню, внутренние выборы. И я помню уже за свою достаточно долгую жизнь много компаний, которые начинались внутрипартийные вот на выборы, и они начинались сразу с сенсацией. То есть э, история, скажем, с Трампом, когда его выдвигали от э, республиканцев первый раз, она не была сенсационной, то есть уже когда вот дошло до самого голосования внутрипартийного, уже понимали, что у него там хорошие шансы. А до этого многие кандидаты появлялись просто как чертик из табакерки. То есть все ожидали одного победителя, а появлялся совершенно другой, и никто не мог этого предсказать. Поэтому совершенно будет неудивительно, если мы такие в первые выборы проходят, а там все по-другому. Ну, мы же мало что знаем, почему американцы многие другое говорят. Ну, например, вот такие у меня сведения, но это не сведения, опять, у меня нет, нужно проверять, да, все. Например, финансирование компании. Вот у кого лучше с финансами для предвыборной кампании? У Трампа или у Ники Хейли? Вы, наверное, ничего не знаете про это. Я знаю мало очень тоже. Но поговаривают, что прямо у Трампа очень плохо, а у Ники Хейли очень хорошо. Потому что вопрос, кто сегодня нашел больше спонсоров среди, так сказать, потенциальных вот этих вот э, потенциальных доноров. А это важнейший пункт. Может, у него нет денег на выборы, мы не знаем. Вау, цикаво. Я вчора був дещо здивований, пане Михайле заявою Байдена. Можливо, журналісти неправильно переклали, але хотів би попросити вас прокоментувати. Байден заявив, що намагається примусити Ізраїль піти з сектора гази. Президент США виступив в церкві Південної Кароліни, коли з залу роздались голоси про палестинських активістів. Які вимагали припинення вогню в секторі гази? Байден намагався заспокоїти цих активістів, але не допомогло їх. Довелося вивести з зали. Коли протестувальників вивели, а скандування в підтримку Байдена затихло. Президент Сполучених Штатів зробив свою заяву. Я без шуму працював з ізраїльським урядом, щоб примусити їх значно. Ем... сократить свое присутствие. Значит, и свою присутствие и пьете сектору газа. Кинете цитаты. Что это означает? Ну, действительно, я думаю, что так и будет. Только в каком смысле? Не прямо сейчас. Он не сказал, я прямо сейчас это сделаю. Нет. Этого, а, 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 было... Сейчас я попытаюсь вспомнить, кто это говорил, но кто-то из американских высшего руководства, американского, уже говорил, что Израиль не должен лишить сектор газа некоего такого вот этого полугосударственного статуса. То есть не э, должен Израиль прийти и начать управлять сам этим сектором газа. Вот это заявление от американцев точно было. От американцев, которые поддержали эту операцию, но при этом сказали, не-не-не, вы зайдите, вы Хамас уничтожьте, но вы должны сохранить государственность. Кстати, Байден говорил, вы должны сохранить государственность палестинской автономии, это он говорил прямо, да. Ведь формально говоря, формально говоря. Сектор газа, он же не отдельная там структура. Это часть палестинской автономии, в которой есть президент Махмуд Аббас. Вот он президент всей палестинской автономии, включая сектор газа. То, что локально им управлял Хамас, это другой вопрос. Ну, вот как бы локально на, на, местных выборах победил Хамас, а президент -то он не из Хамаса. Вот, поэтому их то, что беспокоит, то, что они не хотят и не готовы, это к тому, чтобы сектор газа стал снова вернулся в статус, который у него был до 1993 года, то есть статус просто оккупированной Израилем территории, которую управляет Израиль. Этого они не хотят, потому что это, этого не, на это не согласятся арабские страны, другие им же интересы, естественно, американцев. Это Саудовская Аравия там что подумает и что скажет другие подобные. Египет опять-таки, что с Египтом будет. С одной стороны, никто вроде не хочет на себя это брать, но никто не согласен, чтобы это оставалось у Израиля. Израиль никогда не претендовал на сектор газа как на собственность, то есть никогда не говорил, что это наша земля, там мы там присоединим, нет, такого тоже нет разговора. Но американцы призывают Израиль к политическому решению какому-то. Израиль, кстати, тоже рад был бы. То есть это не надо думать, что это прям вопреки интересам Израиля. Не, не, Израиль тоже хочет оттуда уйти, тоже хочет кому-то это оставить. Вопрос же кому? Вопрос кому? И вопрос когда? То есть вот тут да. может быть, какая разница может быть, что премьер-министр Израиля, тут уже начинается политика внутренней, израильская кухня, что есть премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу, про которого как бы есть некий консенсус в обществе, что как только заканчивается война, надо проводить выборы. То есть война закончилась, проводим досрочные выборы. Так считает, я думаю, большинство израильского общества в настоящий момент. Ну, в какой-то момент были опросы, так считало подавляющее большинство израильского общества. То есть ему позволили поуправлять до конца войны. А после, а на этих выборах неизвестно, естественно, кто победит. Нет, не Ягу, может быть, тоже победит. Может, не, не, не Ягу, мы не знаем. Но он как бы заинтересован не войну продолжать, это было бы цинично слишком, но Саму ситуацию ему, может быть, интереснее затянуть, то есть не выводить войска из Газа, потому что пока он не вывел, так вроде как на бумаге война нет, он не заинтересован воевать, я его ни в этом, не дай бог, не обвиняю, но политически эту ситуацию затягивать, у него может быть такой интерес. И это, это сообщение Байден вообще, я думаю, и прошлый, и первый раз говорил уже самому не то не я, как бы что, ребята, только не это. Это мы вам не дадим. Я вчера здесь прочитал, что конфликт на Близком Востоке может тревать еще наименьший ринг. У вас есть какие-то пронозы? всего? <говорит> все. Да, такие же, как про Украину. Сколько может продолжаться наша война? Сколько угодно. <говорит> потому что есть противник. Как сказал Залужный, мы не можем ничего планировать, сколько лет еще продлится, потому что есть противник. Мы не знаем, какие действия он будет предпринимать. Израиль все то же самое. И противник-то не Хамас, конечно. Потому что можно ли победить Хамас? Ну, тот Хамас, который в секторе газа, можно. За сколько времени? Можно ли это посчитать? Можно, Посчитано ли это в Генштабе израильской армии? Посчитано. Ну прям сколько времени займет еще операция в Газе по уничтожению ХАМАС? Посчитано. Сколько-то, не знаю, сколько-то месяцев еще, как говорил там Ниты когда-то. Окей, да. Ну и что? И, и что это даст? Так сказать? Там отличается ситуация от нашей, что мы не можем сказать, что у нас там, что мы можем за 4 месяца там, освободить Мариуполь от россиян. У нас такого решения нет. В Израиле такое решение по ХАМАСу есть. Но оно не означает окончание войны, потому что противником является не только Хамас, но и много других организаций палестинских или не обязательно палестинских. Хизбалла придет в тот же вот в день, когда уничтожат Хамас, придет Хизбалла, начнет войну. И что? Значит, война будет продолжаться. Победят Хизбаллу, придут хуситы из Йемена. Они просили у Саудовской Аравии, они просили у Саудовской Аравии коридор, чтобы воевать непосредственно с Израилем. Им для этого просто территория, ну нет границы общей. Вот придут они через общую границу, или накопят кораблей, вон там, украдут ну, побольше кораблей в Красном море, приплывут эти хуситы, черт его знает. У них крылатые ракеты есть, Иран есть, мы не знаем, на чем эта война закончится. Там такая доминошка заработала. Поэтому сказать, что это же вопрос не военный абсолютно стал, а чисто политический. И вот тут уже пока я вижу только эскалацию. То есть нет пока ни одного признака пока за уже скорость 100 дней войны в Израиле нет ни одного признака, чтобы эта война уменьшалась, она только разрастается, к ней только присоединяются новые факторы. И Хизбалла постепенно втягивается, постепенно, но втягивается. И из-за того кризиса, который создали хуситы в Красном море, американцы втягиваются, европейцы втягиваются постепенно туда, там уже конвои американо-европейские, военные, да, в смысле корабли. Там уже бывший командующий войсками НАТО Ставридес говорит, что надо нанести удар по Ирану, чтобы восстановить чтобы восстановить судоходство в Красном море, потому что это 20% мировой торговли. 20% мировой торговли сегодня буксует. Ну как буксует? Они вынуждены э, плыть в обход вокруг Африки. Это еще две недели лишних или сколько там недели, не помню, занимает. Вот это огромная проблема мировая, нарушение логистики в мировом масштабе сейчас происходит. То есть весь этот кризис он прямо разрастается. У него нет деэскалации, как это говорил Мединский, да? Um, вчора видання Wall Street Journal повідомило, здавалося б, сенсаційну новину, тому що журналісти написали, що в Білорусі розгорнуто ядерне озброєння? Розмістити це одне, а розгорнути зовсім інше. Так, от що означає така інформація? Чому президенти не коментують? Чому не збирається ООН, чому китайці мовчать? Чому там я не знаю організація з нерозповсюдження ядерної зброї мовчить? Як таке може бути? Потому что в данной ситуации, как это не смешно, но Путин формально прав. Он сразу сказал тогда, что это не является нарушением международных договоренностей. Это правда. Не является нарушением международных договоров. Если правду говорит Путин, а не Лукашенко. Потому что Лукашенко говорит, что им передали ядерное оружие, что это их военные, там чем-то управляют. Скорее всего, это неправ. Ну, скорее всего, белорусская армия никто не довел ядерное оружие. Управляет им российская армия. И вот тогда это по закону имеет право страна обладатель ядерного оружия имеет право разместить ее в другой стране. Она не имеет права передать управление в другой стране Беларуси. Вот. Поэтому никакой действительно ООН не собирается, и потому что нет нарушения этого договора о нераспространении ядерного оружия с формальной точки зрения, все совершенно нормально. Американцы же тоже действительно могут располагать свое ядерное оружие вот, там, в Германии или в Турции или где угодно, тоже имеют право. Может быть ответ? То есть, ну, например, может ли в ответ НАТО разместить ядерное оружие в Финляндии, чтобы это было в десятках километров от Санкт-Петербурга. Ну да, конечно, и скорее всего разместит, скорее всего разместит. Или в Эстонии ядерное оружие можно разместить, в Нарве можно. И тоже, ну где-то там скорее всего разместит. Куда денутся-то? Поэтому это чисто военное противостояние, не пиарное, не, ну, политическое тоже, конечно, но вот не, это не, тут нет какой-то там сплошной пиар-составляющей медийной и так далее. Нет, это реальная угроза для Европы, настоящая, это настоящие ракеты, в них настоящие ядерные боеголовки. И стоят они в городе Лида, от которого до литовской границы, ну там, в смысле, я, я не знаю, 10 километров, 20 километров, я просто не помню, но это рядом совсем. Это дорога такая, идущая из Минска в Гродно, Вдоль литовской границы, и там уже этот город Лида находится. Вот, это чтобы бить по Литве и бить по Польше, чтобы преодолевать ПВО, потому что россияне поняли, что если они будут стрелять из э, Смоленска, то не добьют, потому что вот они увидели, как работает натовское американское ПВО. Они увидели на нашей войне. Поэтому это настоящая военная подготовка к настоящей ядерной войне, без всяких, без всяких медийных эффектов. Она будет. Ну, вот, это то, что в руках людей прямо не Бога, а людей, и, потому что можно ее, пока еще есть шанс ее остановить, пока есть, потом не будет. Но есть только один шанс ее остановить. Много шансов нам история не дает, и пока мы им не пользуемся. Мы, я сейчас не про Украину, конечно, Украины нет. Украина делает все, чтобы остановить ядерную войну, сопротивляясь Российской Федерации. А вот Западный мир пока не делает достаточно, потому что единственный способ остановить ядерную войну. Это уничтожить два государства, ну три на самом деле нужно уничтожить три государства. Как государство стереть это Иран, Северную Корею и Российскую Федерацию. Как в свое время были уничтожены государства там Германия, Япония, они были уничтожены как государства. Да, на территории Японии не изменилось от этого, ну практически, да там. Появилось другое какое-то государство. Вот на территории Германии нам уменьшенные в разы получилось другое государство. На этих территориях тоже будет же, естественно, жить те же корейцы, те же персы и те же россияне. Но государство эти нужно уничтожить. Если их не уничтожить, они начнут ядерную войну обязательно, просто без сомнений.